Нареченцы будут служить на флоте, в ВДВ, пограничных войсках. В этом году впервые житель закрытого города будет проходить срочную службу в научной роте. Это новый вид войск Министерства обороны, который появился в 2013 году на базе военных учебных заведений. Пока в России насчитывается две научные роты в Москве и в Санкт-Петербурге. В них попадают призывники, чьи вузовские исследования востребованы при решении научных задач военного назначения. Из сотен призывников Пензенской области только один зареченец был отобран для службы в новых войсках. Проходя призывную комиссию, в октябре юноша изъявил желание проходить службу в научной роте. Его заявку рассмотрели в Военно-морской академии Санкт-Петербурга и дали положительный ответ. Призывник отправил свои наработки, тематические наработки, научные наработки, которые он доказал актуальность этих наработок, что для вооруженных сил Российской Федерации они очень интересны. Ученый совет Академии, военно-морской академии, это первая вот у нас научная рота, рассмотрели эту тему. Тема для них очень интересная оказалась. Юноша 88-го года, то есть вы понимаете, в этом году ему 27 лет, возрастной, женатый юноша, из семьи военнослужащих, папа у него полковник запаса. Юноша закончил Пензенский государственный университет, до недавнего времени работал в одном из НИИ города Пензы, прошел медицинскую комиссию, прошел психологический отбор, и на этой неделе мы его отправляем сопровождающим в Санкт-Петербург.